Хей, йоги, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Скуби-Ду 2 Монстры на свободе. Окей, мы с вами в прошлой серии потанцевали, довольно прикольный был уровень. Так, на вывеску, ничего секретного. Там кто-то пробежал. Это шахтер же, который тогда перданул, если не ошибаюсь. Ну, он типа дышит огнем, а Скуби-Ду тогда типа пернул и... Да. Undertaker. Мутаген. Странная жидкость. О, скелетики побежали. Так это было. А, где-то еще одна улика должна быть. Блин, а где еще может быть секретка? Все, можно идти. О, там в окне уже кто-то стоит, я вижу. Ну, в шахту погнали теперь. No One Protocol. А тем временем... Рандомизируем. Элемент, основан ингредиента для изготовления монстра в газообразном состоянии. В рандомном не светится, как те следы в поместье Виклс. Рандомону можно найти в некоторых серебряных шахтах, вроде старого шахтерского города в старом Урзе. Надо смотреть шахтерский городок. Теперь, когда у Скуби есть охотник за страхами, он быстро разгонит эту толпу призрака. Черная мышка, чтобы активировать охотник за страхами. Еще один круг вокруг каждого призрака. Черный рыцарь намного сильнее, чем привидение. Чтобы победить его, нужно... О боже, это стрелять надо. Я что успеваю, то я и собираю. Я говорю, мне не очень комфортно здесь. Секретки эти собирать. Знаете, оно быстро появляется все. Фух. Да. Ну это было несложно, но блин, мышка очень быстро двигается. Ты это видишь? Куча каких-то людей с большими глазами вместо голов.
Ну, отлично, а? А тем временем... Мы на месте. Посмотрим, сможем ли мы найти здесь что-нибудь. Сколько всего? Пошли смотреть это место. Что скажешь, Скуби-Ду? Ага. Ну, давайте начнем с того, что здесь видны следы. Смотреть на электро... Туда лучше не идти. Хотя я могу посмотреть, почему бы нет. Подземную лабораторию. Вентиль, свет, лампочка, люк. Ну вот. Не, стой, куда вы идете? Пока мы не найдем до конца все улики, мы никуда не пойдем. Блин, но я в лабораторию не хочу идти. Открыть. Что, тут вообще больше ничего такого нету? Трубы нигде не взаимодействуют. Вот следы есть. Но по-любому мне просто по следам нужно пройти. Блин, фифиу, слушайте. Банки, склянки, ничего. Элект, вот только два предмета здесь пока что активны. О, подожди, тут что-то было. Это не контейнер. Или контейнер-то был. См, на трубы. А, это когда Шегги и Скуби херячили коктейли, которые были баночками. О, только не говорите, что я сейчас буду... Так, к столу пока не надо идти. Ну так, где монстры эти создавались? Нет, не открываем холодильник. Так, зеленая шишка. На холодильник смотреть на цепи. Вот теперь открываем холодильник. И сейчас будет коктейль-бар. Йогурт. Ого, вы только посмотрите на все это. О, Шаги. Дружище, ты теперь большой злой монстр. О боже, где-то тут должен быть какой-то антидот. Черт, типа у Скуби больше неприятности, парень. Это не промечательно привело его в то, во что совсем не похоже на Скуби-Ду. Парень, перетащи два зелья на колбу для смешивания, чтобы сделать противоядие. И типа, правильно выбирать цвета. Цвет противоядия должен совпадать с... Оооо. А я не помню. Подожди. Нам нужно... Ран... Я вообще не знаю, не помню. Подожди, синие, желтые, зеленые, зеленые... Это оранжевые. Белый... Красный, оранжевый. Красная, красная. Я вообще не... Цвета не помню, даже фиолетовый, зеленый. Let's
Я не знаю. Я не знаю, как фиолетовый получить. Голубой, салатневый. Желтый мы пробовали, давайте синий. Так, зеленый. That's a highly combustible synthesis. Man, oh man, I need to figure out how. Let's try the yellow potion. Бля, подожди, я проебался, ладно. Let's try the red potion. Let's try the white potion. Ну, розовый. Ладно, меня только с тем цветом затупил, потому что я вообще не буду как пурпурно получить. Вот это да. Почти как тогда, когда я был на первом курсе колледжа. Что вы тут делаете? Мы команда. Ты не можешь просто так уйти и делать, что тебе вздумается. Смотрите. Они все здесь. Все костюмы. Всех негодяев, которых мы поймали. Не знаю, кто за этим стоит, но он уже достаточно натворил. Это что? То, что нам нужно. Да, отключи эту панель управления. Взять их! Разнесите город в шипки. Но доставьте мне панель управления. Надо убираться сюда. Давай панель управления. Дружище, а какой дорогой подбежь? Победе команды. О боже, как говорит старая пословица, из огня к чертовым скелетам, с глазами вместо голов. Впереди, вперед, за мной. Шаги отправился вниз по холму. Отправлю Скуби вниз вслед за ним. Чтобы достать коробки из хрусты, там придется прыгать для прыжков, щелкнуть мышкой. По пути соберите как можно больше хрустиков. Почему мне Скуби снеки? О, да. По катушке. Ой-ой-ой. Мано тебя, как летающая тарелка летая. А, да ладно. Я думал, только тут по одной траектории можно ехать. Если что, мы летим не... А, на мусорных баках, точнее. Собираем снуки-фнеки. Мне интересно, а что мне должно отнять ХП было?
Ведь не скелет... О, у меня теперь голова вращается вниз. Придется, смотрю, у меня сейчас все просто вниз едет. Жесть. Вы в порядке? Sure. Разумеется. Если считать порядком массовую агонию. Внутрь. Let's get to headquarters. That'll be the first place the monsters will look for us. I think I know where to go. Так, я помню, тут еще был ебанутый какой-то уровень. Я его тоже очень долго проходил. Старый школьный клуб. Думаю, нам надо туда. Мы уже 100 лет там не были. Злая фигурка в маске превращает Савеля в город чудовищ. Да, мы напортачили как никогда, Скуб. У рандомона по алгоритму обменяли пропорции 4:1 к 1. С этим, возможно, мы можем обратить пропорции и таким образом обратить процесс создания монстра. Все, что нужно сделать, переключить управление. Мы вернем его обратно и все исправим. Подключим назад на место. All the monsters throughout the city will be destroyed. Нам нужно переместить панель управления так, чтобы уничтожить генератор монстров в улье монстров. Перетащите каждую часть на ее исходное место с помощью тестера. Можно узнать, какие части на правильном месте. Однако нам нужно спешить, пока еще больше монстров не появилось в Курсвилле. Не помню, что это вообще значит. Я не помню, как смотреть. Ладно, не суть. Я вообще не помню, как это все делается, если честно. Что, что я правильно сделал? А, то, что не берется, это правильно, все, я понял. War, red colors. Чипы. Табл, фабулы. Короче, неправильно. Неправильные цвета. Два неправильных цвета. Один правильный. Райт три колора. Райт пульс. Два правильно. Один правильно. Так, правильно. Чипы. Один правильный. Желтый правильный. Все. Я помню, я с этим постоянно мучился и не мог понять. Мы растяпы, Скуб. Я хотел хоть один раз в жизни сделать все как надо. Побыть героем, спасти положение. С кем мы имеем дело? Эй, что это за выходит из воды? Пошли сюда, предупредим остальных. Мы должны вернуть панель управления в логово монстра.
color me hyperventilating. Тут уже неплохо осталось, скорее всего, в этой серии мы с вами завершим все. Tweety's back. Zoinks! The pterodactyl! Down, down. Призрак птеродактиля взбушевался и терроризует Ульсвиль. Спасители человека от воздушного нападения этого зверя. Сможет ли корпус, загадка спасти жителей корпуса от воздушного нападения птеродактиля? Шутки мышкой, когда мы приблизимся к тому-нибудь, когда... Ладно, сначала оторвусь от него. О, в смысле? Понял, до свидания. Надо сначала от этого оторваться. А то он меня и забьет. Надеюсь, не тупик. Главное вовремя успевать остановиться. Так, иди в жопу. Фух, опачки меня зацепил. Просто уезжаем. Жалко, что тут карты нету. Сука, быстрее, быстрее, быстрее! Поехали. Не тупик? Не тупик. Едем две улицы прямо, потом направо. Надо главное от него отстать, чтобы у меня было времени, чтобы забрать людишек. Тут просто, видите, бывают еще тупики. Так, а где люди? Все увидел. Так, я их заберу на обратно. Ты иди сюда, я тебя забрать хочу, ты чувак. Нет, тихо. На обратном пути заберу. Главное, что успел. Не помню, осталось, по идее, еще две игры, ну, два уровня и до финала. Хорошо, ребят, это оно. Вперед, подключим панель управления назад. Никуда вы не пойдете. Остальные, пусть идут другие, я его задержу. Призрак Черного Рыцаря вызвал меня на поединок. Мне понадобится уверенность и твердость рука, чтобы его победить. Ладно, короче, вы поняли. Вот это я тоже в детстве помню. Довольно долго пытался понять, что мне делать.
Я не помню, до трех здесь или до скольки. А еще раз или все? То, что уже начало дергать жестко. Ну типа там квадратик большой, поэтому я попадаю. Ты и Скуби вернете панель управления в логово монстра. Мы? Вы быстрее меня. Но мы не можем это сделать. Мы хотели быть героями, как ты, но мы не... Возможно, вы уже давно герои, просто вы этого еще не знаете. Герои? Герои? Я уже миллион раз это говорил. Но на этот раз я говорю это всерьез. Рикс! Хорошо, Скуб, мы победим. Пойдем в шахту. Ты меня никогда не подводишь. Ты всегда со мною. Спасибо, Шеги. Зоинкс, шахтер. Скуб, подожди меня. А, вот это когда была охерительная битва против шахтеров и других видов врагов. Типа, бывают моменты, когда мужики должны бороться, но сейчас не тот момент. Типа, беги проще, дружище! В каждой секции шахты есть дверь, которую можно открыть только отдельной панелью управления. А что, вот окей, меня просто... А, ну ладно. Это как, знаете, обычные хоррор-игры, где враги тоже тупые. А, дверь закрыта. Головоломки. Ща мы тут... А, нихера мы тут... Я думал, мы сейчас мы с ним развернемся. Нихера мы с ним не развернулись. По воде идти нельзя было. Я понял. Окей, а какой у меня был вариант? Куда я должен был идти? Вот здесь окей, здесь развернуться хотя бы можно, а когда проход тонкий, ну, вы поняли, о чем я. Там пройти некуда. Не, ну здесь есть типа... Ой-ой-ой! Какого черта? Stupid Skylight. Skylight. Skylight? Skylight? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И главное, видите, враг чувствует, куда я бегу. А, то есть, так как на меня два напало, я получил двойной урон. Кайф. Ну ладно. Не страшно.
Так, где здесь есть такой... Можно его было провести дальше, но... Ладно. Ну, потерял я 2 хп. Ну и что сделать? А, подожди, а почему тут 4 скелета? В фильме их только было 2. Годы, которые я провел в страхе, наконец-то окупились. Здесь Шайки. Скуби? Но как тебе удалось попасть сюда раньше меня? Срезал путь? Как срезал? А ну, расскажи! Ну, вперед! Так мы проберемся в логово монстра. Ой-ой, этот лифт обязательно будет темным и страшным. Ой, Скуб, это ты? Нет, это я, шар сахарной ваты. Ты застрял тут со мною. Сладкая вата думает, что своими липкими объятиями он нас поймал, но он еще не знает, что встретил своего врага. Чокните по любой из нас, чтобы поглотить этот пузырек. Только сделай это, как он... отвернется. Ау. Да блин, какого черта? Вот почему он на меня напал? Дальше. Не вижу ни Шаги, ни Скуби. Бедняги, наверное, блуждают, напуганные и беспомощные. Наконец-то! Монстр, в которого можно вонзить зубы. Я хочу пить. Тут нет шара содовой размером в литр, а? Мы должны вернуть панель управления на место. Раньше их... Не дайте им поставить панель на место. Убейте их, мои дорогие. Фигура злой маски оживляет призраков, уменьшая злодеев внутри улиц призраков. Щелкните на каждой капсуле, чтобы увидеть монстра, который внутри. Короче, это игра. Так, готовы? Уровень 2. Yeah.
Окей. Почему я не могу просто промотать это дело? Потом видно, что будет по 4 здесь, 4 здесь, там по 4. Ну ладно, давай я угадал. Так, а кто там был? Ага. Скоро весь культ будет моим. Наконец-то я отомщу. Смоляное чудище, уничтожь этих ищеек раз и навсегда. На этот раз тайна Инк будет уничтожена. Это финальная, если помню. Готово. Между Скуби и Победой теперь осталось только Акен Дегтя и 500 фунтов капли грязи. Знаете, компьютеры, которые запустят двигатель платформы, Скуби должен прыгнуть с платформы на платформу, чтобы перетащить целый море. Ничего не понял. Нифига не понял, ну ладно, просто буду двигаться. Ага. Так, а что это за черная плесень? Это типа... А, это время. Это время, я понял. Которое заполняет весь уровень. Так, хорошо. Стоп. Ага. Ну, это нормально, типа? Как я должен... А, все. Главное понимать, куда это вообще все едет и где я нахожусь. Ну, где моя платформа?
Да, это ключ к разгадке. Тайна Инк разгадала еще одну тайну. Пора распрощаться со злой фигурой в маске. Да, похоже, время монстр наконец-то закончился. Если бы вы не... Вы... Слушай, нос куда не надо. Это собака. То мне было бы все вышло. Введите бонус-пароль. Какой бонус-пароль? Неверный пароль. Еще раз. А я откуда знаю? Какой пароль? Дафна? Счет Клея. Счет титры детектив. 50 из 50 я нашел секреток. Почему Дафна, блять, я аж Скуби-Ду брал? Все, видите, все мини-игры, все мы прошли. А ну, по боссам. А кто враг? Хер его. А знаете, почему неизвестен враг? А потому что. Подожди, а тут есть видосики? Игра дальше. А ну. Введите бонус-пароль. Что за бонус-пароль? Я не понял, что за бонус-пароль? Короче, я прошел на 100%, но что за бонус-пароль? Ага, рекорды, смотрите. Очисти путь, Дафна. Короче, ясно. Let's continue the mystery. Давайте я, может быть, посмотрю какой-то пароль, и я вам скажу, что нужно было за пароль. Так, смотрите. Let's continue the mystery. Пишет, что нужно ввести... Я вот это тоже не понимал, потому что я дальше не играл, типа, бонус-пароль, а что за бонус-пароль? Короче, пароль у нас на английском, английскими буквами. 5, D, B, U, 3, M, T, 8. Ага. ПД. БУ. Три. МТ восемь. Ну, типа Скуби-Ду английскими. SD2, ребят. Прогони старика прочь. О, все. Короче, SD нужно было 2 написать, да и все. Ой, я кость пропустил. Мышь. Кости.
get some. Great. You want some? Great. Но знаете, шаги резкие. Ой, шаги. Фред. Летучая мышь, череп. Руби, good job, good job, good job. Шаги? Ооо, yeah. Теперь довольно быстро едет. Груви. Груви. Yeah. И последний Скуби-Ду. Бесконечный режим типа танцев. Вот теперь походу все-таки все. Ладненько, давай. О, вот смотрите, это даже танец на экране, игра на экране показана. Окей, давайте тогда оценим игру. Мне понравилось, особенно с танцами. Что здесь вообще есть? Здесь есть секретные вещи, которые мы можем вот просто кликать и изучать. Это первый плюс. А, понятное дело, что сюжет у нас идет по фильму. Игра, я не помню какого года, но не суть. Есть даже свои секретные финал, видите? То, что мы можем с боссом сразиться, то есть... Ну, даже здесь я не поставлю ни плюс, ни мин, ну, типа... Плюс я не поставлю. Ну и минус я не поставлю. Почему? Ладно, давайте так. Ставим плюс из-за того, что есть концовка, в плане того, что у нас есть финальная битва с боссом. За секретки мы поставили. За финалку. Также я ставлю за музыку. Музыка херенная. Три плюса. Минусы. Минус это тоже финалка, потому что финалка нам не показали лицо главного злодея. Ну, картинки я не буду приставать, графики, потому что игра хер знает какого года, и удивительно, что она вообще запустилась на моем железе. Потому что оно не должно вообще было поддерживать, только XP-версию. Ну и все, в принципе, то есть я поставил минус только из-за финалки, потому что финалка дерьмовая. Игра на самом деле не очень продолжительная, но все равно, типа, игра состоит, по сути, из мини-игр. Но тогда раньше в основном такие игры и делали. Почти. Поэтому. Так как это еще игра плюс из моего детства, и мне понравилось просто ее проходить, с интересом я в нее играл. У нас три плюса и один минус. Поэтому на этом все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!